Минералов и крахмала. Он очень все ценный, вкусный и полезный. Его любят стар и мал. В 100 граммах картофеля содержится 20 грамм крахмала. И вот именно из крахмала варят сладкое блюдо русской кухни – кисель. Знаете, значит, да? А еще картофель – первый овощ, который побывал в космосе и пророс там. Вот так. А картофель – это лекарственные, картофель еще лекарственные растения. Картофельный сок употребляется, когда значит, это хроническая болезнь, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, еще гастрит. Я сама лично испытала это где-то 2 года тому назад, когда мне поставили диагноз язва двенадцатиперстной кишки. И мне рекомендовали в день по 2-3 стакана выпить картофельного сока. И так быстро зажило. Мне обещали, значит, в течение месяца у вас заживет. У меня в течение 20 дней зажило. При повторном ГДС уже у меня говорят, как лечили по вашему рецепту. Ну и картофель – это очень, можно сказать, ой, я уже сказала, лекарственные растения. Так, еще из кашицы. Кашица картофеля хорошо заживляет ожоги, экзему. Он, можно сказать, картофель, кладезь витаминов, мы с говорим, В1, В2, В6 и витамин А. Ну вот, наверное, многие знают вот больше здесь сказанного, а какие вы знаете полезные советы, сударушки, давайте мы с вами поделимся. Полезно. Давайте. Цветки картофеля собирают, когда картофель цветет, от рака от болезни помогает. Да. Это слышали ее. Ага. Еще. Картошка лечит, очень хорошо бронхит даже лечит. Я сама лично, сама лечилась. Но хрипы страшные были. Но это рецепт, конечно, не мой, а я и вычитала в Англии. Картошка в мундире варится. Варится в мундире, потом часть воды вымывается, остается немножко остается вода. Потом его, значит, разминают, делают пюре, туда 4 капли йода и ложку подсолнечного масла. И выкладывается на грудь перед сном обычно. А так обычно еще держишь чай. Или там с матрешкой вареньем или чем-то выпиваешь и закрываешь до утра, и потом уже шаль обматываешься, 5-6 яств как рукой снять, никакого хрипа, ничего не ставит. Да, это очень хорошо помогает. Почему даже знаю, одна говорит, вот кашлю не могу, говорит, в больнице была, лежала, говорит, уже, говорит, вышла 10 дней, говорит, ничего не помогает. А я говорю, у тебя картошки нету. Да есть, говорит, картошка. Я говорю, ты приди, говорю, сделай вот так. Я ей утром 7 часов звонит. Спасибо, всю ночь спала. Где ты пила? Да. Это очень эффективный вообще. Ну, ее не сразу горячим выкладываешь, а вот как тело терпит. Сверху салафан, потом тряпку, потом шаришь. И до утра. Вот 3-4 сеанса уже сразу. Иначе под утро, говорит, начинаю кашлять и не останавливается. А это так хорошо спишь. Я уж сама на себе провела, я теперь не знаю. Спасибо. И еще суставы, когда отекают суставы, у меня тоже вот